Слетела крыша, треснул дом. Накануне в поселке Верхней Новинки, недалеко от Усолья, оползень снес дачи и жилые дома. В результате схода грунта были серьезно повреждены три постройки. ЧП случилось буквально на глазах их собственников. Когда стена дома начала крениться, находившаяся внутри женщина успела выбежать на улицу и позвать на помощь. Одно строение унесло вниз к реке, другое устояло на краю обрыва, третье развалилось. Вот, дом обвалился уже. Сель дальше опять начала плыть. О. По словам старожилов, ранее проблем с почвой возле домов не было. Грунт был стабильным. Кама находится далеко, почти в километре от поселка, и не могла размыть участок. Сами дома располагались намного выше уровня реки. По версии одного из местных жителей, строителя по образованию, ЧП случилось из-за сильного переувлажнения почвы. Угол откоса превышен для данной влажности грунта. Произошло сползание до оптимального угла при данной влажности. Причину надо искать выше по склону. Возможно, ручьи к реке пошли новым руслом под строение. Водоотвод не был обеспечен. Для предотвращения такого явления необходимо устройство перехватывающего дренажа выше по склону. Место ЧП осмотрели сотрудники МЧС и комиссия местной администрации. В результате происшествия никто не пострадал.